Так, сегодня у нас 10 октября 2015 года. Мизансцена у нас, конечно, Женька Алексеев сделал более чем впечатляющая. Топка горит. А не видно из-за вышки. Это у нас Фердинанд, да? Да. Медаль. Это не медаль, это монета. Это гостья из будущего. Да. Это тигр, по-моему, да? Да. А это? Яхт Пантера. Эти паровозы часто встречаются в фильмах современных. Там еще товарищ какой-то сидит, я его даже не видел. Упавший. А тоже, я говорю, пропал куда-то. А, подожди. Тут сижу там. Тендер горит, че как он называется. Разные огонечки, вот там их видно. Да, вижу. А ну давай стекло переместим. Я даже не представляю, сколько это по трудозатратам. По человеко-часам. Ну да. Машина плановая. Швейцваген. Вон, видишь, сзади этот вентилятор стоит. Да. Речка там идет. Мостик. Блестит. Пылью покрылась, не блестит. А там туннель на ту сторону. Это к соседям. Его. Это у нас, по-моему, 7,62. А вот это какой танк? Вот это? Да. Штурмгешутц. 4. Это реки наименуют. Ну, это почти моя специализация. А то он там радист был когда-то. Мотоцикл стоит, бутылка набита. Ну это... Нет, там дальше. Советский какой-то партизан. Это девушка, кстати. Да? Ну, в общем-то... А что, не видно? Ну, я к тем местам не присматривался. Господи, как натурально все смотрится в экране. Зеркало пока. Не-не-не. А ну, лампу убери. Так это паровоз светит, кстати. Прожектор с паровоза. Куда ты? Вот он. Вот. Мама дорогая. Насколько все натурально. А, подожди, это твоя вспышка. Да, это ее луч. Вот вспышка, подсветка. Так он не закончен. Да какая разница, просто... Слушай. Надеюсь, это игрушечный автомат. Заметил. Да, конечно, китайский. По ним даже написано. МП-40. По некоторым признакам. А как вот это открыть? Так сейчас. Вот добрались до советских войск. Это советские войска Германии. Видишь здание? Надпись.
морячков пока. А где они? Вот. Пехота морская. Не, мне ближе Катюша. Поскольку я только-только демобилизовался с первой ракеты. Только дышака. Ух ты, хорошо как. Даже стреляют. Поскольку я демобилизовался меньше месяца назад с первой реактивной батареи. Собаки, господи. Пантера. Вот НКВД, фуражка, видишь? И погоны красные. Вот тоже, кстати. А вот композиция даже. Интересно. На Катюшу, что там залетит. Ну, там дальше пусть надо. Эх, завтра я с тебе с фотоаппаратом своим приду. Он 60 кадров в секунду снимает. Там гораздо лучше получится, чем на телефоне. Блин, пленные, они ж машину толкают. Брюзна убирают. Вот это надо покрасить, видишь. Они еще как бы, это как фантомы. Только максимум это, закрывать надо сразу, иначе потом вот так забываешь и можно все поломать. Это просто тихо. Мама вот, дорогая, сколько... Вот это Валентайн, вот это Матильда. Они были у нас, вот у нас. Это типа... А вот это вот самый первый кошкинский, тот, который... По ленд-лизу. Ну, это... Наша, ты... харьковская, родная, вот это, самая первая. Кошкин. Да. Зенитчики. Зенитчики, кстати, сейчас работают. Вот это пушка, видишь? А ты видишь картину. Я смотрю, я вижу. Я думаю, подойдет сюда 5.45. Да, похоже на 5.45. Ну вообще, когда они в машинах. Ну именно вот это с пушки отсюда. А вот гильза, вот эта с мелкашки. Они подходят, понимаешь? Не, это не 5.45, она, по-моему, помельче чуть-чуть. Да. Да. Ну когда 5.45, там вообще 3.5. Это глянь, какой стволяк, а вообще как пистолет. Там же в 5.45 получается. Стальной сердечник, он пробивает все, а медная оболочка, она теряется. Да то ничего снимаешь. Не, вот это хорошая композиция. Да, завтра я приду с фотоаппаратом к тебе, Женька. Потому что это несерьезно, ну то есть как бы сейчас... Резкости не будет. Боже мой, сколько труда. А еще сколько предстоит. Что ты порнуху снимал? Да нет, господи, мы тоже голыми плескались в речке. Полтора месяца не купаешься, а потом как до речки доберешься, плюхаешься в то, в чем есть. Подожди, подожди. Одно надо закрыть, другое открыть. Королевский тигр. Это самый лучший БТР Второй мировой. Вот их 4 модификации. Знаменитая пушка 8.8.
Нет, господи, я даже не обращал сюда внимания. Я не видел, что там что-то стоит. Да потому что много всего. Вот. А то яхт тигр. Сарай. Самолодка красивая, внутри видно все. Не ловит резкость. Завтра с фотоаппаратом приду. Ну, это уже наше. Ну, наше, в смысле, советские. Это сейчас можно и так делать. Это как МиГ-24, да? Ми-24. Много целево. Да, сейчас в Сирии такие, наверное, работают. Это не везде работают. В Америке. Официально американская армия. О, а вот это моя машина. БМ-21 Град. Целый год я на ней проработал. Русский мир из Украины выдворял. Меньше месяца с дембеля.